Всем привет! С вами агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». И вашему вниманию предлагается в продажу однокомнатная квартира в городе Карабаново, Александровский район, Владимирской области. Это приблизительно 120 километров от МКАДа по Ярославскому шоссе или где-то 110 по Щелковскому. Квартира расположена на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома, не угловая, общей площадью 29,1 квадратных метров. Обзор мы с вами традиционно начинаем с входа в квартиру. У нас установлена двойная дверь. Мы с вами видим, входная первая металлическая, вторая уже идет деревянная. Значит, коридор. Сразу нашему вниманию попадает электрический счетчик, он в квартире расположен. Ну и, собственно говоря, вот мы с вами вошли в квартиру и можете наблюдать ее планировку. Налево уходит вот такой вот небольшой карман. Очень удобно сделать здесь гардеробные. На данный момент здесь видим сверху антресоль. Ну, удобное место под саму гардеробную. Если мы проходим прямо налево, у нас уходит туалет. И сама ванна. Как можете обратить внимание, все раздельное. Достаточно чистенькая квартира. Да, евроремонта здесь нет, но она чистая. Она сухая, это немаловажно. Кухня, окна стеклопакеты, коммуникация центральная, горячая вода от газовой колонки. Газовая колонка, кстати, новая, ее поменяли, если не ошибаюсь, в этом году. Она официально зарегистрирована, что немаловажно. И стоит отметить, в доме железобетонные перекрытия. Не знаю, камера передает или нет, здесь как раз межэтажные, это идут плиты. Это немаловажно, потому что по улице Мира большинство домов идет с деревянными перекрытиями. По локации, значит, улица Мира, если кто не местный, да, смотрит видео, то это непосредственно центральная улица города. Здесь расположена вся инфраструктура. Все автобусные остановки, магазины, госучреждения, детский садик, школа. И, кстати, рядом здесь расположен парк городской. То есть непосредственно центральная улица города. Ну и, собственно говоря, как вы поняли, сама комната, состояние можете наблюдать. Не угловая квартира, повторюсь, с центральными коммуникациями. Горячая вода от газовой колонки. Повторюсь, она зарегистрированная. Значит, город Карабаново у нас имеет прямое автобусное сообщение с городом Александров. Автобусы здесь ходят буквально, наверное, каждые 15-20 минут. И также железнодорожное сообщение с городом Александров, Орехозуевская ветка. Но там уже ходит не так часто, в день электрички, надо просто посмотреть по расписанию. Ну и также мимо здесь с Александрова через Карабаново идет автобус на город Киржач. Далее мы с вами посмотрим общественные места. Дом снаружи. Ну и подъезд. Как я вам ранее говорил, все чисто, аккуратно. Перекрытие, повторюсь, железобетонное в доме. Пятиэтажный кирпичный дом. Вот он как раз снаружи. Придомовая территория. И вот там вот у нас как раз уже находится парк. Городской парк Карабановский. Ну и вот сама улица Мира. Это наш дом, где продается квартира. А здесь как раз вот городской парк. И если мы туда дальше пройдем, там у нас как раз уже идет локация центра города. Ну, как я повторюсь, это центральная улица города, но вот если чуть дальше, метров, наверное, 500, может быть, меньше, уже будет там городская площадь. А в ту сторону, противоположную, вот у нас идет как раз там сейчас едет поезд, и левее там железнодорожная станция Орехозуевского направления. Цена с описанием будет указана внизу под видео, в объявлении видео. Агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». Всем спасибо. До свидания.